И еще один подарок. В День России 12 июня в Архангельском городском культурном центре состоялся праздничный концерт. О его гостях и участниках прямо сейчас. В зале Архангельского городского культурного центра по-особенному торжественно. Вечер, посвященный Дню России, собрал лучшие голоса. Песня Аллы Сумароковой архангельский зритель всегда встречает с открытой душой. Они понятны, ведь они о нас, о нашей малой родине, об Архангельске. Именно с таких городов и начинается любовь к большой стране, о которой так пронзительно спела гостья праздничного концерта народная артистка России Светлана Дятел. Светлана 20 лет пела вместе с Людмилой Зыкиной, ее наставником, мудрым советчиком и другом. Это ее Людмила Георгиевна называла лучшей своей ученицей. Ей она и передала главное правило – петь душой. Многие до сих пор сравнивают певицу с великой Зыкиной. Светлана Дятел воспринимает это как признание. Мне не стыдно, и я это принимаю спокойно, когда говорят, что я копия, что я подражаю. Дай Бог, чтобы у нас было как можно больше таких певиц, которые все-таки будут петь под Зыкину или... Не дай бог, как Зыкина, так невозможно. Но, кажется, невозможное стало возможным. В этот вечер невольно вспомнилась сама великая певица. В этот южный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты Это песня о матери, о родине и, как признается сама артистка, о памяти. 30 лет назад, будучи еще совсем молоденькой исполнительницей, Светлана прошла сложный конкурс и попала в ансамбль «Россия». Именно его долгие годы возглавляла Зыкина. Вместе с дружным коллективом они объехали всю страну. В 89-м году побывали и в Архангельске. И вот спустя 13 лет знаменитая песня «Течет Волга» вновь звучит на поморской земле. Песня «Течет Волга» дает надежду, что всегда Россия наша будет вечной, что вот эта Волга, которая она течет, она себе, и как говорил один великий философ, и это пройдет, а вот река течет Волга, она всегда будет, Северная Двина, она всегда будет, люди на свете, дай Бог, чтобы всегда были. Зрители не скрывали свое восхищение этим праздником, праздником песни. Я первый раз ее услышала, я потрясена, на такие концерты надо ходить, и такие артисты должны бывать у нас чаще. Очень она нам понравилась, и главное, что как подобие Зыкиной. Хороший голос, красивый. Очень приятная женщина. Концерт, организатором которого выступила мэрия города, стал подарком не только горожанам, но и самой певице. Я в Архангельске получила столько тепла, столько любви, что я думаю, что это надолго будет в моем сердце. Казалось, чтобы этот вечер запел каждый, кто пришел на концерт. Этих незнакомых друг другу людей объединила песня. Песня о родине.